Родители почти 200 первоклассников захотели, чтобы их дети учились в новой школе в микрорайоне Зиновым. О том, какие работы сейчас идут на объекте, рассказали сегодня в администрации города. Отмечу, что все строительно-монтажные работы были завершены в декабре прошлого года. Сейчас рабочие устанавливают школьное оборудование, которое поступило в рамках заключенных контрактов. Школа уже имеет свой сайт, где есть информация о приеме учеников в первый класс. Работа по приему учеников со 2 по 11 класс начнется с 1 июня. Причем, по словам специалистов, будут приняты все желающие, независимо от микрорайона проживания. Назначенный у нас имеется директор, это Карина Светлана Борисовна. С 1 февраля она будет проводить уже личный прием граждан по вопросам трудоустройства в школу, по устройству детей в школу, ну, по любым личным вопросам. Ну, будет она проводить личный прием по субботам с 13 до 15 в здании школы на первом этаже.